Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня представляю вам новинку 12-го каталога. Это wellness коктейль для контроля и снижения веса. Коктейль будет у нас двух видов: ванильный и шоколадный вкус. У меня в руках шоколадный. Чем этот коктейль отличается от знакомого нам коктейля wellness? Этот коктейль для перекусов, в нем 70 калорий в одной порции. Этот коктейль — полноценная замена еды. Вы можете его пить один или два раза в день на завтрак, обед или ужин. Если вы заменяете один прием пищи, то это поддержание веса. Если вы заменяете два приема пищи, то идет снижение веса. И кстати, если вы будете пить коктейль два раза в день, то дополнительные витамины вам уже пить не нужно, потому что этот коктейль содержит в себе все необходимое. Сбалансированная формула для безопасного и эффективного контроля за количеством потребляемых калорий. Протеин из растительных источников гороха и фасоли способствует насыщению и поддерживает мышечную массу тела. Пищевые волокна из фасоли и пребиотические волокна из корня цикория для пищеварения и здоровья кишечника. Масло подсолнечное обеспечивает организм незаменимой линолевой кислотой. 23 витамина и минерала поддерживают обмен веществ, работу мозга, здоровье органов зрения, костей, общее самочувствие. И эта смесь без добавления сахаров, она содержит стевию, натуральный подсластитель на растительной основе. И сертификат веганского общества подтверждает, что продукт не содержит компонентов животного происхождения и подходит вегетарианцам при условии добавления соевого молока. Я пью этот коктейль уже на протяжении полутора недель. Что я отметила? То, что я не хочу перекусов, то есть 5-6 часов я пью только воду, и мне не хочется сладенького, каких-то печенок и прочего. Я полна сил и энергии и очень работоспособная. Меня это просто удивило. И этот коктейль рекомендуется готовить на молоке. Я сначала попробовала молоко 3,2%, оказалось очень жирно. Компания рекомендует использовать коровье молоко 1,5%. Потом я попробовала на кокосовом молоке, очень сладко, так немножко даже приторно. Следующий мой эксперимент — это было овсяное молоко, просто отличный вариант. И сегодня мы будем с вами готовить коктейль на молоке коровьем 1,5%. Это, по-моему, самый отличный выбор. Так, готовить можно в ручном шейкере. Кстати, такой шейкер вы сможете заказать в каталоге при покупке коктейля за 499 рублей. Он удобен тем, что у него есть дополнительные отсеки для хранения коктейля, и просто взбиваем в этом шейкере. Можно готовить в электрическом шейкер-стакане, очень удобно, если вы, например, в дороге и хотите очень хорошо взбить коктейль, классный шейкер. А я готовлю дома вот в таком блендер-стакане, очень удобно, быстро взбивает, буквально одна минутка, и коктейль готов. Итак, что нам рекомендует компания? Мы готовим коктейль на молоке. Если мы берем коровье 1,5%, то используем 250 миллилитров и 2 мерных ложечки, то есть 25 грамм коктейля. Если мы готовим на соевом молоке, то добавляем 310 миллилитров молока или 1,5 стакана и также 25 грамм коктейля. Также можно готовить и на сухом молоке, но смотрите дозировку. Итак, что мы делаем? Мы открываем молоко, я наливаю 250 миллилитров и добавляю 2 мерных ложечки коктейля. А
Обратите внимание, что нужно сначала добавлять именно молоко, а потом коктейль, иначе коктейль прилипнет к стеночкам нашего блендера. Устанавливаем, и остается нажать на кнопочку. Но прежде чем я смешаю коктейль, я хочу с вами поговорить о цене. Сначала меня цена испугала — 4500 рублей за одну банку. Смотрите, одна порция, а всего 21 порция в упаковке, выходит 214 рублей. Если же мы оформляем подписку, а можно оформить подписку, то есть взять 3 банки за 4500, а четвертая приходит бесплатно в подарок, тогда выходит стоимость одной порции 160 рублей. А если у вас есть подписка и вы консультант Oriflame, то у вас дополнительная скидка 20%, и тогда одна порция выходит всего 129 рублей по цене чашечки кофе. Ну что, а у меня сейчас обед, и я готова съесть свой вкусный и полезный коктейль. Одна минутка, и все готово. Переливаем коктейль в красивый стакан, берем трубочку. И приятного аппетита! Очень густой, насыщенный, приятный вкус и абсолютно не сладкий.